40-летняя Виктория Бонни рассказала о том, чем закончилось ее увлечение инъекциями красоты. Бьюти-процедуры привели к негативному результату. Виктория впервые начала улучшать свою красоту в 26 лет. Звезда «Дома-2» призналась, что закалывала носогубные складки. Итог оказался неутешительным. Модель получила асимметрию лица. Бонни пояснила, почему инъекции привели к такому странному результату. Молодая мама столкнулась с неквалифицированными российскими специалистами. Выяснилось, что филлеры мне вводили неправильно. Пришлось лететь в Лос-Анджелес к знаменитому доктору Саймону Урьену. Он сделал мне контуринг лица и исправил асимметрию. С тех пор, никаких инъекций, заявила Виктория. Сейчас модель ухаживает за своей кожей с помощью профессиональной косметики. Звезда также делает аппаратные процедуры для лица, карбоновый пилинг, кислородный уход, массаж. В течение дня Бонни пьет много воды. По ее словам, это хорошо влияет на кожу и способствует улучшению обменных процессов в организме. Виктория предупреждает своих поклонниц об опасности инъекций красоты. Она уверена, что достичь шикарного состояния кожи женщина может и без этого. «Я хочу всех предостеречь, чем раньше начинаешь колоть, тем больше нужно со временем. Если тебе сейчас 30, то стоит думать о будущем. Представь, как ты будешь выглядеть в 50, если уже сейчас увлечешься инъекциями», рассказала Бонни в интервью для Woman Magazine. Ранее Виктория похвасталась фигурой в мини. Недавно звезда заявила о достоинствах девушек и пожаловалась, что никак не может набрать вес.